забываю. Эх. Поставил. Да. В общем, это напоминайте, я вначале, причем я же думал, что назвал там, да, то есть такое, жаль. Ну ладно, хотя бы так. Ну вот давай хотя бы критерий повторим на запись, да. Если функция дважды дифференцируема, то у нас все просто. Если матрица Гесса получилась positive semi-definite, ну имеется в виду везде, в любой точке, да, в любой, вот я уточню, не в точке экстремума, потому что мы до этого проверяли точки экстремума, а в любой точке, если она получилась, в любой точке, то тогда у нас функция конвекс. А если h получилась negative semi-definite, опять же, в любой точке, то функция получилась concave. Ну, давайте разберем какой-нибудь примерчик. А, ну вот, например, пойдет наш пример, который мы там писали. F от xy равное, не помню, что там было, x четвертый минус y в четвертой минус 2y квадрат там плюс арктангенс 3. Ну, такой пример. Да? Видно, что у нее никаких проблем с дифференцируемостью нет. Хоть 500 раз, хоть 5000 раз. Это многочлены, многочлены, дифференцируемые. Вот, ну, прям можно удифференцироваться сколько раз. Вот, составляем матрицу Гесса. Матрица Гесса какой вид примет в данном случае? Минус, сейчас, минус 12х квадрат. Ну, дважды берем производную, да, правильно, 4х, а потом еще 3, 12 будет, правильно, минус 12х квадрат, тут 0, 0, потому что смешанные. Еще раз, если надо что-то пояснить, надо там помедленнее, побыстрее, вы скажите. А вот, как бы онлайн такое дело, я абсолютно не вижу ваших глаз, понимания, ну вот я слышу по голосу, что есть хотя бы один человек, кто понимает и со мной, вот, а про остальных я ничего не знаю. Вот, хорошо. Дважды производная по y. То еще раз, не надо бояться сказать, стоп, я не понял, вот там, на той странице, там, или что-то еще, вот. Два раза производная по y, сколько? Минус 12y квадрат, минус 4. Ага, да, Степан, минус 12y квадрат, минус 4. Хорошо, давайте дальше. Вспоминаем критерии на negative или positive semi-definiteness. Да? Критерий был какой? Что там, значит, надо на positive semi-definiteness проверять все симметричные определители. Ну, правда, их немного, да? Значит, то есть они, вот здесь вот важно, что у нас semi-definite, да? То есть нам надо будет проверять все симметричные миноры. Ну, соответственно, если мне надо positive semi-definite, то у нас там m1, там m2 должны быть больше либо равны нуля, m1, 2 должны быть больше либо равны нуля. На negative semi-definite у нас m1 должно быть меньше либо равно нуля, m2 меньше либо равно нуля, m1, 2 должно быть больше либо равно нуля. На всякий случай я напомню, что я обозначаю, я думал вот над обозначением и придумал, что под m и циферки я обозначаю определитель, который остается, если я оставляю эти строки и столбцы. То есть, когда я имею, когда я пишу m, a, там, b, то я имею в виду определитель, в котором оставили строчку a, оставили строчку b, оставили столбик a, оставили столбик b, а все остальное, соответственно, перечеркнули. Вот я под таким значком m, a, b имею в виду, что вот все перечеркнули, в общем, все из матрицы вычеркнули, только оставили вот эти вот элементы, да? Вот, ну, соответственно, у данной матрицы, если я оставлю первую строчку, первый столбец, то я получу минус 12x квадрат, и он, конечно, меньше либо равен нуля, да? Если я оставлю вторую строчку и второй столбец, то я получу минус 12y квадрат минус 4, и он, конечно, тоже меньше либо равен нуля.
Если я оставлю и первую, и вторую строчку, обе, и, соответственно, и первый, и второй столбец, потому что я, когда выясняю semi-definiteness, я проверяю и такой, ну, в смысле, только симметричные миноры, чтобы и такой, вот те же номера столбцов и строк оставались. Вот, и получится, соответственно, что вот он равен 12х квадрат на 12у квадрат плюс 4, и он больше либо равен нуля. Поэтому моя матрица подходит под какой критерий? Negative semi-definite. Negative semi-definiteness. Значит, она negative semi-definite. Отлично. А раз она negative semi-definite, то... Concave. Да, то она concave. Соответственно, вот эта вот функция, она concave. Ну вот, соответственно, такой номер решили. По-моему, там в домашке вот ровно это и надо найти, да? Which of the following functions? Да, concave or convex. Да, ну там, правда, другие функции, но какая разница? Вот. Ну что, живы, нет? То есть, на самом деле, там критериев много. Поскольку теоремы о выпуклости, вогнутости, они ну, очень популярны, да, то поэтому, соответственно, ну, соответственно, как бы оно очень полезно. То есть, что мы можем сказать? А, еще есть всякие свойства про суммы там. Ну, давайте скажем, что... Давайте скажем такое утверждение, какие утверждения полезны про... Ну, смотрите, да, такой важный момент, что если вы умеете какие-то что-то делать про конвекс, то если вы умножите, перевернете эту функцию кверху низом, то вы получите concave, да, то есть надо осознавать первое, что если какая-то функция f конвекс, то, ну, это то же самое, что сказать, что h равное минус f, сказать, что h это concave, да, то есть если вы умеете какую-то теорему, знаете про конвекс функции, то вы знаете какую-то аналогичную теорему про... про concave function. Окей? Нормально? Вот, ну это первое. Значит, какие есть свойства? Что если у вас несколько есть конвекс функций, если f1, f2, fn, они все конвекс, то их сумма тоже конвекс. Их сумма конвекс. То есть иногда так можно раздирать. Ну, вообще там очень много свойств. Там, не знаю, какой-нибудь максимум из них тоже будет конвекс. Вот, ну, как бы мы поднимаем наш отрезочек выше, поэтому максимум из этих функций тоже будет конвекс. И какая-нибудь там, не знаю, константа альфа умножить на f, там, и t тоже будет конвекс. То есть вы можете прибавлять что-то и ну, складывать конвекс будет конвекс, находить максимум будет тоже. Так, хорошо, давайте тогда последний сюжет на сегодняшнюю домашку. Это, ну, у нас как раз там немного времени осталось. Давайте тогда пойдем с ограниченным экстремумом. По-моему, там третья задачка. Ну да, x, да, да, там ограниченный экстремум. Давайте попробуем. Значит, так. Не, я на новой странице. Экстремум с ограничениями. С ограничениями. Мы пока на сегодня, мы пока поговорим только про критические точки. То есть пока просто условия первого порядка. Критические точки, first order condition, да, то есть мы не будем проверять достаточность условий,
достаточность условий у нас как раз будут гарантировать какие-нибудь вот теоремы про выпуклость. То есть мы пока не будем... А, ну, я не знаю, может быть, Кирилл Александрович уже там все сформулировал. Вот, ну, сейчас пока не будем, то как бы в домашке не требуется. А потом обсудим, значит, давайте сначала научимся находить подозрительные точки, а потом с помощью... Да, что-то хотел сказать? Это был вопрос или это просто случайно там что-то помеха? Видимо, случайно. Хорошо, ну давайте так будем считать. То есть я как бы услышал какую-то... Ну вот, соответственно, пока что мы условия второго порядка проверять не будем, потому что они как раз и будут, как правило, гарантироваться какой-нибудь теоремой о выпуклости. Ну, поехали, я долго болтаю. Значит, есть у нас функция от двух переменных. Давайте я сразу на примере возьму что-нибудь типа там 3х плюс 6y плюс 7. Простая функция. Но я x и y могу брать не любой, а с каким-то ограничением. При ограничении, скажем, x квадрат плюс 4y квадрат равно 20. Вот. То есть, ну, в данном случае это, конечно, задача решается и там по-школьному, а-ля там 9 класс. Вот. Но мы хотим, ну, то есть, вообще говоря, да, то есть, найдите критические точки. Найдите критические точки. Такая задача у нас, такое упражнение. Первая моя мысль, что... Ну, не бойтесь простых методов. То есть, если в условии не написано там «решайте Лагранжем», ну, просто вот англичане любят уточнять там, вот там, using, там, что-то там, сделайте вот что-то там. Если у вас нет ограничений, то пробуйте все, что угодно. Графически, то есть не думайте, что вы не умеете решать эту задачу. Графически, через условие, что определитель равен нулю, замена переменных. То есть вот эти способы, они у вас, в принципе, есть. Да? Ну, то есть они могут быть не в активе там, но, в принципе, они могут помочь. А новый способ, ну, это, соответственно, метод множителей Лагранжа. Метод множителей Лагранжа. В чем он состоит? Ну, да, на всякий случай, все понимают, как решать здесь там, например, через условие, что дискриминант равен нулю или нет. То есть, на самом деле, вообще я могу решать этот номер по старинке, по рабоче-крестьянски, будучи в 9 классе. Так, что-то все молчат. Я думаю, все понимают, да. Да, ну хорошо. Вот. Ну, то есть, еще раз, не бойтесь сказать за себя. Можно не говорить, я думаю, что все понимают, а просто, если я спрашиваю, все понимают, я обращаюсь к тебе, конкретно вот к тебе. И ты говоришь, да, я понимаю. Ну, тут первая группа, как бы, понимаете? А сейчас, а почему первая? Она же должна была быть... Подожди, что-то я путаю, что ли? Подожди. Сейчас, подожди, а я думал, что у нас изи-группа, а я бы вам тогда что-нибудь брутальненькое дал. Подожди, а как так? У нас же должно было быть. Ладно, я потом посмотрю. Ну, хорошо, тогда, значит, все понимают. Отлично. Ну, ладно. Слушай, а мне казалось. Ну, ладно. Сейчас я посмотрю, может, что-то там поменяли. Окей. Так, хорошо. Ладно, тогда побежали Лагранжем. Значит, мы составляем функцию Лагранжа. Это новая функция. Она зависит от новой переменной лямбда. И мы к нашей исходной функции добавляем лямбда умножить на, ну, в общем, ограничение переписываем в виде траля-ля равно нулю. X квадрат плюс Y квадрат, 4 штуки минус 20 равно, ну вот, то есть переписываем ограничение в виде X квадрат плюс 4Y квадрат минус 20 равно нулю. Можно 20 минус X квадрат плюс Y там, плюс 4Y квадрат, в любом порядке можно написать. Вот, и сюда дописываем ограничение. И теперь мы уже выписываем условие dl по dx равно нулю, dl по dy равно нулю,
и dl по dz равно нулю. Вот, выписываю. Ой, z, лямбда. У меня три переменных, x, y и лямбда. И три ограничения. dl по dx равно нулю, dl по dy равно нулю, dl по d лямбда равно нулю. Ну что, давайте решим, потом подумаем, а вообще с какого перепугу мы так сделали. То есть на самом деле это всего лишь такой трюк, чтобы одним махом рассмотреть два случая. Один случай, когда точка экстремума ложится на край, а, ну, в смысле, это еще равенство, это трюк просто, чтобы потребовать, чтобы градиенты двух функций были сонаправлены. Вот, сейчас разберемся. Ну, поехали. Дальше начнем, найдем подозрительную точку. А, слушай, а у меня в расписании не стоит какая группа. Ну ладно, разберемся. Так, а тут тогда выходит 1,6. Ну ладно, понеслась. Да, производная по x это 3. Плюс, а что же вы молчите? Сказали бы, что вам все легко и ёкарный бабай. 2х. Ну вот с онлайном, конечно, да. Равно нулю. 6 плюс 4y на лямбда равно нулю. И, соответственно, x квадрат плюс 4y квадрат минус 20 равно нулю. Намасик? Все со мной? Там не 8y лямбда. Там не 8y лямбда. Ну, конечно, 8. Можно было уверенным тоном сказать. Там опечатка, и там 8y лямбда. Вот. Да, верно. Ну, соответственно, один из стандартных трюков, потому что система нелинейная, как ее решать? Ну, потому что, вообще говоря, когда как решать линейную систему, мы знаем с Ленала, там потихоньку избавляемся от неизвестных. Вот. А нелинейную, ну, вообще говоря, какого-то общего алгоритма нет. Если бы был какой-то общий алгоритм, наверное, жизнь была бы другой на Земле. Вот. Но одна из идей, которая срабатывает, это выразить лямбда и приравнять его из разных уравнений. Как правило, лямбда входит нелинейно, и иногда что-то получается. Идея приравнять лямбда из разных уравнений. Но на самом деле, еще раз, какого-то общего алгоритма решать нелинейную систему не существует. То есть, ну, как бы мы можем там примерно, невязку, там на компьютере минимизировать, но вот такого какого-то, чтобы в явном виде решать, такого у нас нету. Вот, ну, поехали. Значит, выражаем лямбда из первого уравнения, получается минус 3 деленное на 2х. Естественно, x не равен нулю, потому что если бы x равнялся нулю, не получилось бы. А с другой стороны, из второго уравнения это минус 6 деленное на 8y. Это тоже лямбда. Так вот это из первого, а вот это из второго. Ну, соответственно, получили опять крест на, ну, можно посокращать, да, 3 на 2х равняется 3 на 4y, отсюда y, 2y равняется x, ну, бинго, приятно, 2y равняется x, да, если я нигде не налажал, да, 2y равняется x, и лихо подставляем в последнее уравнение 2y в квадрате плюс 4y в квадрате равно 20, 8y в квадрате равно 20. Y в квадрате сокращаем 20 восьмых. Это будет, что там, 5 вторых, да? Да. 2,5. Ну и получается, соответственно, две подозрительных точки. Точка А. X равняется 2 корня из 2,5, y равняется корень из 2,5, точка b, x равняется минус 2 корня из 2,5, y равняется минус корень из 2,5. Нормально? Да, все верно. Ну вот.
соответственно, мы получили подозрительные точки. Как выяснить, что в них? Да? Значит, какие у нас есть способы выяснения, что в них? Значит, кто там на нашей стороне? Значит, как проверять условия второго порядка? Есть способ через матрицу Гессе, но я бы его хотел отложить, поскольку он, как правило, самый долгий. Через окаймлен... Да? А можно спросить, откуда мы знаем, что эти x и y лежат на функции? А, глупо сказал. На какой, на ограничении? Да, да. А так мы же решали, оно же входит в систему уравнений. Если ты присмотришься внимательно, все, да. Что на самом деле вот это условие, оно такое фейковое. Вот это условие, это на самом деле просто красивенькая запись для исходного ограничения, если ты посмотришь. Спасибо. Вот, то есть, на самом деле, как бы, это просто такой формальный способ. Ну, то есть, зачем он был придуман, что... Ну, вот у нас есть на компьютере какой-то алгоритм, который находит неограниченный экстремум. Неважно, примерно там, какими-то стимуляциями там, ну, неважно, вот он там минуту или две, или там, не знаю, как с нейронными сетями, неделями ищет экстремум. А я теперь хочу тот же алгоритм использовать, чтобы... То есть надо рассматривать вот эти функцию Лагранжа, ну, конечно, она была придумана до, но неважно, ее сейчас, наверное, имеет смысл рассматривать как такой трюк, как задачу с ограничениями свести к задаче без ограничений. Вот. Ну и этот трюк, естественно, он вуалирует исходное ограничение в как условие первого порядка. Вот, поэтому, значит, как мы проверяем, соответственно, условия второго порядка, что то, что мы нашли, это действительно подозрительная точка. Ну, вообще, можно проверять через окаймленную матрицу Гессе. Да? Ну, говорят еще окаянную. Окаянную. Вот. Но это долгий способ, поэтому лучше им не ходить при наличии хоть какой-то возможности. А что лучше использовать? Лучше использовать теорему Вейерштрасса. Что говорит? Давайте прям, значит, Вейерштрасса, графический подход. Ну, всякую выпуклость, вогнутость. Выпуклость, вогнутость. А что еще можно использовать? Ну, здравый смысл, да, никто не отменял. Здравый смысл. Давайте попробуем. Давайте используем, например, теорему Вейерштрасса, да? Кто помнит теорему Вейерштрасса? А можно спросить? Нужно. Она не одновременно конкейв и конвекс, если это просто плоскость? Да, конечно. Ну, наша. То есть я имею в виду вообще как можно. То есть это как бы идеи не в этой задаче, а да, наша функция, она, конечно, то есть наша конкретная функция, она и конвекс, и конкей. Это правда. Да, все окей. А тогда, нет, я имел в виду, что, ну, есть теоремы, которые вот говорят про выпуклость, вогнутость. Ну, поехали. Значит, через окаймленную матрицу Гессе это потом, как бы, это, наверное, последнее, о чем стоит думать, хотя часто это, об этом думают в первую очередь, потому что какой-то такой рефлекс. Вторые производные, там, бла-бла-бла. Вот, то есть я бы отложил этот момент, давайте я специально отложу, мы вот это не будем, ну, тем более в домашке вообще не надо делать по этой первой, потом надо. Вот, поэтому, как бы, ну хорошо, через теорему Вейерштрасса. Кто помнит, что говорит теорема Вейерштрасса? Я не помню. Ладно, она говорит, что непрерывная функция на компактном множестве. На компактном множестве достигает.
и своего глобального минимума. Минимума и своего глобального максимума. Вот очень простая теорема, которая говорит, что если ваша функция непрерывная, а множество, где вы оптимизируете, компактное, то тогда все будет шикарно, и вы и у вас там найдется и глобальный минимум, и глобальный максимум. Смотрим на нашу функцию. Наша функция f от xy, черт, я не помню коэффициенты, но понятно, что она непрерывна. Согласны? Ну, в нашем упражнении. Там какая-то линейная функция, она, очевидно, непрерывна. Хорошо. Давайте посмотрим, на каком множестве мы ее оптимизируем. Мы ее оптимизируем на множестве... Черт, множество я тоже забыл. Но там было что-то типа эллипса. x квадрат плюс 4y квадрат равно 20. Да? 3x плюс 6. Сейчас перепишу себе, чтобы копипастить. 3x плюс 6y равно 7. x квадрат плюс 4y квадрат равно 20. Так. Значит, вот наша функция 3x плюс 6y плюс 7, а множество было x квадрат плюс 4y квадрат равно 20. Ну, множество, соответственно, оказывается у нас вот таким вот эллипсом. Да? Это наше множество, на котором мы можем жить. Правда ли, что оно замкнуто? Ау, есть кто живой? Правда ли, что множество замкнуто? Да. Да, правда, потому что, собственно, границей множества является оно само, и оно само содержит себя, значит, множество содержит свою границу, ну, значит, замкнуто. Да? Замкнуто – это которое содержит свою границу. Хорошо, ограничено ли множество? Угу. Да, оно ограничено. Да, конечно, можно накрыть его большим кругом, например, кругом радиуса 100. Да, замкнуто, ограничено, значит, компактно. Значит, наша функция на этом множестве достигает и своего глобального минимума, и своего глобального максимума. А мы, бинго, как раз нашли двух подозреваемых. А у нас двое подозреваемых, два нераскрытых убийства. Кто виноват? Ну, вот эти двое виноваты. Все. То есть, смотрите, мы как бы знаем, что у нас два убийства висит. Да, вот минимум глобальный есть и максимум глобальный есть. У нас есть двое подозреваемых. Ну, а один из них глобальный минимум, а другой глобальный максимум. Все, что нам осталось по теореме Вейштрасса, понять, кто минимум, кто максимум. Ну, для этого я просто посчитаю значение функции, да. Как бы получается, что по теореме Вейштрасса подозрительных точек, как бы, если их две, то это вот они и есть. А, да, ну, в общем, по теореме Вейштрасса мы тут быстро находим. По теореме Вейерштрасса. Заодно находим, значит, значение в точке А, оно явно оказывается положительным, значение в точке Б, оно явно оказывается отрицательным. Ну, понятно, там плюс, там минус корни. Ну, не хочу считать с коэффициентами. Вот. Там 6 на 2,5 множить. Ну, его. Вот на корень тем более. Не хочу. Вот. Но я сразу понимаю, что А это кто и Б это кто. Ну, а это глобальный максимум, а Б – глобальный минимум. Да, А – это глобальный максимум, а Б – это глобальный минимум. Да, абсолютно правильно. И что у нас дальше? Время кончилось. Ну, можно, например, графически, да? То есть, если бы я даже забыл теорему. То есть, мой призыв такой. Пускайтесь в окаймленную матрицу Гесса, когда попробовали все остальное. Потому что окаймленная матрица Гесса, это, конечно, приятно, но то еще удовольствие считать определитель там 3 на 3 или 4 на 4. Потому что даже если у вас будет самая простая ситуация, а это две переменных, одно ограничение, да, а если три переменных, два ограничения, так это 5 на 5 там будет окаймленная матрица Гесса. Вот. Поскольку это то еще удовольствие, то поэтому всячески противьтесь ее использованию, да, то есть если вас не обязали и вы видите другой способ, то не надо. Вот, ну, графически как? Моя линия это, то есть вот у меня есть эллипс,
вот я свою линию двигаю, да, то есть у меня линия 3х плюс 6у плюс 7 равно какой-то константе, я константу двигаю, да, и когда я буду двигать константу, я понимаю, что вот я сдвигаю линию, так, 3х плюс 6у, она такая, ну вот как-то она вот так проходит, да, здесь будет одна точка экстремума. Когда я двигаю c, вот у меня будет, я графически понимаю, что меняет c, двигаю линию, меняю c, двигаю линию. Вот, и я хочу ее сдвинуть максимально высоко, вот это будет максимум, максимальная c. А вот это будет минимальная c, когда линия будет максимально низко. Ну, соответственно, судя по графику, максимальная c у меня будет в какой-то положительной точке, да? А кто у меня положительная точка? Да только точка А. А минимум, минимальная c будет в какой-то точке, где обе координаты отрицательные. А кто у меня такая точка? Да только точка B. Вот, поэтому даже графически, даже без всякого Вейерштрасса, иногда можно решить понять экстремум. Ну, то есть иногда действительно приходится уходить в эту окаймленную матрицу Гесса, это правда. Ну, в общем, мой призыв – сопротивляйтесь. Вот. А так на сегодня все. Если есть вопросы, то спрашивайте. Если нет, то всем спасибо и отличного дня, настроения. Спасибо. Я рад был, что вы пришли. Спасибо, настроение. Пока-пока. Спасибо. Спасибо, до свидания.